Друзья, напоминаю, что 26 декабря в российский прокат выходит самая ожидаемая картина года «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука. Первым зрителям фильма приготовили тематические новогодние подарки. Пока что это сюрприз, тайна, но одну модель, одну елочную игрушку уже рассекретили специально для нас. Можно начинать сейчас. Это первый, это первый, который мы дарим на этом здании. К счастью, мы успели. Спасибо огромное. Так, как будущим зрителям. Мы говорим сейчас о том, что на первых, мы постараемся, естественно, по всей стране, чтобы это было на первых сеансах, но они в какой-то момент, естественно, кончатся. Такой подарок получила от Анатолия Вадимовича. У тебя есть такой? Конечно, это я выпросил два. Два? Ну, ты понимаешь, во-первых, елка, Новый год, ну, во-вторых, два солдатика, два парня. Ну, как одного оставить без солдатика? Несмотря на то, что ему год исполнится через два дня. Сейчас хочу сравнить. А все одинаковые, то есть, да, такие? Угу. Вот, может, с тебя делали или есть подозрение, что кто-то другой? Кто? Кто же? Усы были? На Игоря Петренко, похоже, меня не было. Немедленно разошлите вестовых. Поднимайте все неприсягнувшие части. У нас сейчас ребята, ну, мне кажется, взрослеют только к 40 годам, дай бог. Вот, еще там торчат солдатики из карманов. А тогда вот уже 25. Ух ты, дай посмотри. Это Анатолий Вадимович подарил. Ну, это может быть, кстати, ну, условно, ты. У тебя может были быть, усы, кстати, да, вот именно так я и выглядел. Сусами, все кино практически. Комфортно было в этом костюме? Нет. Неудобно? Вообще неудобно. Сковывает? Сковывает, холодно. Картузы, главные уборы, держать, которые, мало того, что он сам высокий, потом еще перо. И когда бегали к плейбеку, чтобы что-то где-то глянуть или просто забежать куда-то погреться, ты все время бэнч, потом понимаешь, вот так вот. Неудобно было все вообще. Но красиво зато. Но красиво. Создатели фильма предлагают окунуться в полную тайны заговоров эпоху, великолепно воссозданную на экране, и устроить себе праздник, прийти на показы в красивых костюмах. На этом, дорогие друзья, сегодня я прощаюсь с вами с пожеланием прекрасного дня. Увидимся с вами в рубрике «Это кино» в пятницу утром на Первом канале.